Здравствуйте всем! Вас приветствует канал Аленка и Михалыч. Мы с Михалычем за выходные построили вот такой, я не знаю, как назвать, веранда, загончик. То есть пристройку сделали к теплице. У нас в планах совсем была другая постройка, то есть вдоль теплицу продлить и накрыть ее сеткой часть. Но решили, что так дешевле. То есть мы все удешевляем, потому что ну, затрат действительно много. Когда что-то строишь, вот, значит, что сделали? У нас, как я вам говорила, доски вот такие были готовые. Купили рулон сетки. Сетка у нас 2 метра вот так в ширину, вернее, в высоту рулона. А здесь высота у нас 1,10 м. И получается у нас теплица 6 метров. А у нас получилось 3 загона, 2 на 3. 2 на 3. Сделали выходы птицы. Ну, пока вот так вот. Потому что в теплице летом все равно будет жарко. И поэтому мы вот это вот придумали сделать. Дождь нам помешал работать. Но мы все равно успели. Вчера вот допоздна. Грязь тут намесили, конечно. Сетку прикопали. Прикопали, вот так выгнули ее. Здесь вот выкопали ямку и вот так загнули эту сетку, прикопали ее. И здесь также в загонах также загнули сетку, что куры, если начнут подкоп, то ничего хорошего они там не найдут. Ну и доска здесь вкопана. Вот, степлером работали. Хотела ему купить электрический степлер. И представляете, в городе у нас не нашла электрический. Обработали обычным строительным степлером. Сетку вот присоединяли. А чтобы попасть туда, вот видите, тут я навышивала веревочками. То есть здесь я сделала, как бы калиточки оставили мы. На всякий случай, вдруг туда надо будет зайти. То есть на экстренный случай. Здесь вот оставила. Вот здесь у меня тоже зашито. Зашито. И в третий загон тоже у меня вот тут угол. Я его еще не зашила. Сейчас вот этим займусь как раз. Вот он угол, видите, еще не зашит. Сейчас я его зашивать буду. Просто веревочками скрутите все. Цыплятки с удовольствием копаются, ковыряются. Немножко сыровато, конечно, сегодня. И прохладно. Но они поковыряются. В эту в теплицу бегут. Там греются. Вот, цыплят пока не соединяла с большими курами и не собираюсь пока этого делать. Теперь зайду в теплицу и покажу, что мы хотим сделать там. Значит, тут в теплице, в мешках у меня сохнут опилки, стружка. Брудер вчера вытащили и кюрхером помыли, его отмыли весь. Осталось вот ящик помыть и посушить. Под цыплят подготовлю. Значит, мешками я просто пока... Как видите, просто придавила вот эту вот сетку. Это все временно. Значит, смотрите, у нас здесь вот такие дуги. Вот эти вот дуги в теплице. Получается у нас одна дуга, вернее пролет между двумя дугами, как раз получается метр. Мы разделим теплицу на 3 отсека поперек. Вот прям по этим дугам. И сделаем перегородки из сетки. То есть рамки сделаем. Сеточные перегородки и калитка, проход будет тоже сеточный. Здесь в каждом вот таком отсеке двухметровом сделаем вот такие вот теплушки на зиму. Ну и туда, где куры будут нестись, ящики для сбора яиц. То есть всяко-всяко думали с Михалычем, как это лучше сделать, и решили вот так. Именно в северную сторону мы застроим вот такими теплушками. Они будут покороче, чем вот эта теплушка. Их получится 3 штуки. И у меня будет как раз теплица разделена на 3 отсека по породам. Или, допустим, вот тут видите, у меня подрастающее поколение. Я пока и к взрослым курам их не выпускаю. Потому что петухи вот эти вот, да, вот эти как раз, карликовые или горные, очень дерзкие, бьют всех цыплят. Поэтому цыплятки у меня отдельно. Скорее всего, второй загон, когда сделаем, вот первый загон будет с цыплятами, вот с этими же, адлеры и ликбары. А второй загон у меня будет еще одна партия цыплят, которые подрастают. И третий загон, это будут
вот эти вот палевые утки, ну вот как они сейчас вместе живут, так они и будут жить вот в этом первом загоне. Петухов уберем, тут останется мало совсем курочек, и здесь будет спокойненько. Вот видите, они постоянно дерутся, эти петухи. Отсаживать некуда. Вот так мы придумали теплицу. Не знаю, кто-то, может быть, делал уже так, такие верандочки на улице, кто-то нет. Я такой первый раз вижу, вернее, мы сами и придумали. Сначала придумала дырки вырезать и загоны такие сделать. А потом придумали, что вот эти вот отсеки сделаем на три части, разделим теплицу поперек. Как раз по 2 метра получится. Вот такое наше ноу-хау.